Слава Иисусу Христу! Во веки веков аминь, дорогие братья и сестры во Христе! Приветствую вас в нашей общине Божьего милосердия. С вами отец Якуб. Начинаем нашу молитву. Сейчас доступна только Facebook. И приносим все наши молитвы, интенции, все то, чем наполнена и наша жизнь. Стараемся не забыть никого. И с другой стороны, стараемся прежде всего открыть себе на Божье Слово, Божью любовь, Божье милосердие. Сегодняшнее Слово Божие, которое мы слышали, оно предупреждает нас, что будут времена, будут ситуации, где очень много искушений, и что постоянно где-то доступ к нам имеет тот нечистый дух, который хочет завладеть нашей совестью, нашими мыслями, нашей волей, нашим сердцем, предлагая такие или не другие объяснения, такие другие мотивы искушения, используя всякие разные механизмы, которые только доступны, вплоть до того, что будет создавать впечатление кое-какого божественного христианского подхода, как в третьем сегодня искушении, будет даже говорить Божьим Словом. Внимание! Только Иисус является истиной, только Его Слово освобождает, только Он. Идем поэтому к Нему и стараемся доверить полностью Ему. Читаем сейчас слово святой сестры Фаустины, номер 960. Сегодня по ошибке, войдя в соседний изолятор, я немного поговорила с одной женщиной. Вернувшись к себе, я немного задумалась об этой женщине. И вдруг возле меня появился Иисус и сказал мне: «Дочь моя, о чем ты думаешь в этот момент?» Не задумываясь, я прижалась к его сердцу, потому что поняла, что слишком много думала о человеке. Интереснейший текст. Вроде какой-то человеческое соревнование. Вроде бы какая-то человеческая озабоченность, а, ну, женщине, которая лежит, но Иисус все-таки говорит: о чем ты так думаешь, о чем так заботишься? Фаустина поняла вмиг, что произошло, прижалась к сердцу Иисуса и поняла, что слишком много думала о человеке. О чем мы слишком много думаем? Какие вопросы, какие мечты, пожелания, какие проблемы овладевают нашей совестью? Если это еще, я думаю, что-то связано с нашим развитием, и с каким-то духовным прогрессом, если какие-то слова, это хорошо. Но если нашими сердцами овладевают кое-какие другие мысли, кое-какие другие чувства, совсем хорошие, так мягко сказать, если там очень много вот этого, Иисус бы нам сказал: «Дочь моя, сын мой, о чем ты думаешь в этот момент?» Давайте подбежим к сердцу Иисуса, и пусть Он нам даст свое понимание происходящего, даст нам свет, даст нам надежду, даст нам опору для дальнейшей нашей жизни. И пост могли использовать платформа, чтобы мы поняли, что лишнее и что нам надо в нашей духовной жизни.
преклонений пред Тобою с величанием и мольбою, Вседержитель, Святый Отче, сердца наши посвящаем. В преклонении с величанием Бою Вседержитель, Святый Отче, сердца наши посвящаем. Господи Иисусе Христе, с огромной радостью приходим к Тебе. Славим и благодарим Тебя за все дары, которые Ты нам даешь. Особым образом за это время, где мы здесь перед Тобой можем собраться в нашей общине. Славим и благодарим Тебя, что наши братья и сестры говорят на разных языках, что каждого Ты любишь бесконечно, что каждому проливаешь любовь и милосердие, никого не отвергаешь, не осуждаешь. Славим и благодарим Тебя, что учишь нас, как мы должны открываться на другого человека, как его принимать и понимать, без стереотипов, предрассудков, без того, что, может быть, кто-то хочет, чтобы мы посмотрели на другого, как он хочет. Славим и благодарим Тебя, что наполняешь нас в это время своим миром, покоем, и что хочешь через нас, через нашу общину разливать этот мир, покой вокруг нас. О мире и примирении, поэтому будем молиться в наших сердцах, в наших обществах, о мире и примирении между народами, о приостановлении этой военной операции, о мире и примирении для Украины. Господи, чтобы было, как Ты хочешь, мы просим. Не как мы хотим, только как Ты хочешь. Ты ведь знаешь, как лучше для нас всех. Ты отдал за нас жизнь, за каждого из нас. И хочешь, чтобы каждый из нас и все народы жили в мире, в дружелюбии, в понимании. Просим, учи нас дальше. Защити нас от всякого рода ненависти. От всего этого может просто влиять на наше воспринятие другого человека. Столько всяких искушений, сколько всяких проблем. Дай нам, Господи, той взгляд, который у Тебя есть. Просим Тебя также во всех наших интенциях, тех, которые высказываем. Просим здоровья души и тела, детям, внукам, правнукам, родным, близким, знакомым, друзьям, всем прихожанам, мяникам, семьям, всем нашим родственникам. Господи, просим Тебя, дар от Духа Святого для нас, как Ты, Господи, был ведом Духом Святым в пустыню и там прошел через момент испытания. Дай нам, Господи, этого Духа, веди нас, защищай нас. Пусть Михаил Архангел бережет нас. Просим о мире взаимопонимания в семьях наших, за мир во всем мире, за мир в Украине. Общину Божьего милосердия просим за отца Якуба об исцелении для Марии, Едвиги, Татьяны, Юлианы, Анны, Ольги, Виктории. Для всех, кто просит Тебя, дари здоровья. Возьми, Господи, под Твою опеку Антона, Софию, Ксению. Дай нужные благодати для их семьи. Просим о единстве для нашей общины. Просим, пусть она растет в любви Бога и ближних, за души в чистилище, за усопших из наших семей,
духовной поддержки на Великий пост всем людям за мир в Украине просим, Господи. Во всех интенциях отца Марека, Якуба, Павла, Ярослава, Юзефа, Петра и всех священников просим за нашу общину, во всех интенциях за всех, кто молится с нами, кто просил нас о молитве. Присоединяем также молитвы всех тех, кто пострадал и страдает от этого всего. Всех наших близких, знакомых, друзей, родственников с этой, с другой стороны, которые каким-либо образом коснулась вот этот конфликт. Просим о здравии для Антонины, Градинар, Светланы Паша, Ирима Слюк, Анны Сарачан. За усопшую вчера Аду просим Тебя, Господи, дай радость жизни вечной. Во всех остальных интенциях тех, которые где-то произносятся, где-то в этих комментариях, которых я по техническим причинам не могу уж прочитать. Просим, Господи, об обращении для Виктории, Евгения, Игоря. Просим во всех интенциях, которых мы каждый день молим. Просим детей Егора, Нику, Алису, Веронику, Настю, Владимира, Михаила, Дмитрия, Полину, Сашу, Ваню, Дмитрия, Настю, Донателлу, Петра, Леонида, Данилу, Луку, Агату, Настю, Вову. Берем тебя всех детей, которые пострадали, детей, которые стали сиротами, детей, которые вынуждены были покинуть свои дома, вынуждены смотреть на насилие. Прости нам, взрослым, грех, на который мы, в общем, в целом, молодому поколению. Просим, Господи, за молодежь нашу особенно. Веряем Тебя, Алексея, дай ему глубокую веру, радость, служение, энтузиазм, помощи ближним. Открой его на Слово, Романа, просим здоровья для него, веру. Его укрепляй, Господи, в благих намерениях, учебу. Его близких, его семьи, уверяем Тебе. Об обращении для Александра, новой жизни, благоразумии, терпении. Просим за Анну, Лизу, Дениса, Анну, Сергея, Андрея, Филиппа, Тимура, Андрея, Антона, Екатерину, Илью, Олю. Особым образом уверяем Тебе Катю, Екатерину. Господи, дай ей успешно закончить вот это обучение, стажировку. Дай ей мир, покой в сердце. Помоги решить все трудности и дай вернуться на родину. Просим за Анастасию, Ангелину, Ивана, Вадима, Себастьяна, Алену. Просим за Макса, всех детей, молодежь, инвалидов. Особым образом веряем Тебе, Господи, всех тех молодых людей, которые участвуют в военных действиях. Просим Тебя за тех, которые... Ну, в общем, молодость как-то сокращается, и вынуждены тоже видеть и впитывать в себе то, чего не должны. Просим Тебя, Господи, чтобы все военнослужащие, такая Твоя воля, и, если это возможно, вернулись себе домой. Прославляем Тебя, Господи. Веряем Тебя, Господи, наших пастырей, епископов, священников, монашествующих, катехизаторов, наши приходы, наши общины, чтобы были местом, в котором мы можем погрузиться в любви, в милосердие, в надежде и дать пример жизни общины, которая потом будет разливаться также на общество. Просим за семинаристов, просим за новые святые призвания, просим за молодых, просим особенно за нет детей, просим за семьи, которые нуждаются в наших молитвах, которые, может, где-то живут на грани разрыва. Верим Тебе больных, особым образом онкологии, Людмилу, Светлану, Андрея, Веронику, Наталью, сестру Наталью, Дашу, Викторию, Мэри Джейн, Марину, Татьяну, Макара. Просим за всех, кто болеет коронавирусом. Да, это еще есть. Просим, Господи, за тяжело больных также. За Василия, Алексея, за Веронику, за полное исцеление для Елены.
Просим, дай Юлиана, дай речь, исцеление для Ядвиги. Просим за всех раненых. Просим за усопших, погибших. Просим также за Павла, Павулину, Стефана, Марию, Антонию, Елизавету, Казимира, Елену, Тадеуша, Болеслава, Мечислава, Ярославу, Марию, Тересу, Ядвигу. Просим за Григория, Давида, Аллу, Пелагию, Валентину, Владимира, Анатолия, Наталью, Зинаиду. Просим за всех тех, кто поручен нашим молитвам, за которых мы должны молиться. Просим, Господи, обращение для Виктории, Евгения, Игоря. Господи, услышь наши молитвы, молитвы всего мира. Останови войну, защити всех людей. Здравия для отца Якуба, отца Петра. Просим о здравии для Нади, за всех священников, для Марка, Якуба, Павла, Ярослава, Юзефа, Петра, которые на Украине, что молятся за нас и вместе с нами. Просим, Господи, за все общины, которые молятся в разных странах, за все инициативы, за всех миротворцев, всех тех, которые посвящают свое время. Просим также за всех, которые власть держат, от которых зависит вся эта ситуация. Дай им, Господи, благоразумие, понимание, ответственность перед людьми, перед историей и перед Богом. И перед Богом. На небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, да прости нам долги наши, должникам нашим не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Любовь Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, Иисуса Христа, Господа нашего, который был зачат от Святого Духа, и страдал при плоти, был распят, умер и был погребен, в третий день воскрес из мертвых, вошел на небеса и восседает одесную Отца Всемогущего, туда придет судить и мертвых, верить в Духа Святую Вселенскую Церковь, про общение святых и грехов воскресения, плоти, жизнь вечную. Отче, приношу Тебя в жертву и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа ради прощения грехов наших и всего мира, ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебе в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа. Ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий. Будь милосерден к нам, ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру, будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий. Милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебе в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа, ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру.
ради его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу тебе в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Его и Господа нашего Иисуса, и прощение грехов наших и всего мира. Ради его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради его милосерден к нам и ко всему миру. Ради его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу тебе в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа, ради прощения грехов наших и всего мира. Ради его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради его страданий к нам и ко всему миру. Ради его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради его страданий милосерден к нам и ко всему миру. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас и весь мир. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас и весь мир. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас и весь мир. Кровь и вода, которая истекла из святейшего сердца Иисуса, как источник милосердия для нас, уповаем на Тебя. Кровь и вода, которая истекла из святейшего сердца Иисуса, как источник милосердия для нас, уповаем на Тебя. И вода, которая истекла из сердца Иисуса, как источник милосердия для нас, уповаем на Тебя. Иисус, уповаем на Тебя. Иисус, уповаем на Тебя. Святая Августина, молись о нас. Святой Иоанн Павел II, молись о нас. Святой Владимир Иоанн, молите о нас. Блаженный Святый Бог. Продолжим нашу молитву, читая Святой Розарий. Тайны славные сегодня, в это воскресенье, во всех наших интенциях, молитвах просим. Верю в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, в Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего, который был зачат от Святого Духа, рожден Девой Марии, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер, был погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, вошел на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего, оттуда придет судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение плоти, жизнь вечную. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословен Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословен Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословен Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус.
Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тайна первая воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающий. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего, приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Вторая славная тайна Вознесения. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь.
Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающий. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего, приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Третья славная тайна – сошествие Святого Духа. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающий. Мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего, приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Четвертая славная тайна. Успение Пресвятой Богородицы смиренно попросим за всех умирающих, за всех, которые в ближайшее время встретятся с Господом в вечности. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь.
Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас к Тебе прибегающих. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего. Приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Пятая славная тайна. Венчание Пресвятой Богородицы Небесной славой за всех усопших, близких, родных, дорогих нашему сердцу, прихожан наших, членов нашей общины, также погибших. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающей. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего. Приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. И помолимся за Папу Франциска, за всю Церковь Святую. Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица. Не презри моления наших в скорбях наших. Но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева Преславная и Благословенная, Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша, Сыном Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас. Святому Иосифу поручаем всю Церковь Святую, пастырей наших, всех тех, которые служат особым образом в зоне конфликта, также о новые святые призвания для служения в Церкви. К Тебе, Святой Иосиф, мы прибегаем
наших скорбях, уповая на Твое могущественное покровительство. Ради Твоей любви к младенцу Иисусу, Пресвятой Богородице, молим Тебя, милостиво воззри на наследие, которое Иисус Христос приобрел ценой Своей крови. Помоги нам, о могущественный покровитель, в нуждах наших. Мудрый хранитель святого семейства, защити избранный народ Христов. Любящий Отец, сохрани нас от всяких опасностей, заблуждений, поражений в борьбе, которые мы ведем против сил тьмы. И подобно тому, как некогда Ты спас младенца Иисуса от смертельной опасности, так и теперь сохрани святую церковь от козней вражеских и от всяких бедствий. Простри над каждым из нас свой надежный покров, чтобы по Твоему примеру и с Твоей помощью мы могли вести благочестивую жизнь, мирно завершить ее и достичь вечного блаженства на небесах. Аминь. И продолжаем молиться о прекращении распространения эпидемии коронавируса. Просим Тебя, Боже Отче наш, о возвращении здоровья больным, о мире и милосердии в регионах, подверженных эпидемии во всем мире. Примени свое царство усопших, утеши родных и близких. Поддерживай и защищай тех, кто борется с вирусом, помогает больным. Вдохновляй и благословляй тех, кто пытается контролировать ситуацию. Всем нам даруй благоразумие и солидарность. Господи Иисусе, Ты врачеватель души и тела. Мы чувствуем себя беспомощными перед глобальной угрозой эпидемии, но уповаем на Тебя и просим, даруй нам мир и здоровье. Пресвятая Богородица, храни нас и защити своим покровом. Веди нас в любви к Твоему Сыну, нашему Господу Иисусу Христу. Аминь. Святой Себастьян, молись о нас. Святой Антоний Падуанский, молись о нас. Святой Карл Боромео, молись о нас. Святой Дамиан де Вюстер, молись о нас. Святой Рох, молись о нас. Святая Франциска Римская, молись о нас. Святая Розалия, молись о нас. Святой Рикардо Пампури, молись о нас. Блаженная Маргарита Мори, Джентиле Джусти, молитесь о нас. Отче Небесный, заступничеством слуги Твоего Федора Газа, святого доктора, заступника страждущих и заключенных, молим Тебя, даруй исцеление больным, милосердие, мужество и защиту от заражения, помогающим в страданиях, память о Христе пастыря, мудрость и заботу о людях, мирским властям. Всем нам усердие делать добро, Тебя даровавшего слуги Твоему доктору Газу, самоотверженную любовь и милосердие, к страждущим молим прославить его в сонме Твоих святых, чтобы явить в нем образец преданной Богу жизни христианского служения ближним через деятельное сострадание к больным, бедным и униженным через Христа Господа нашего. Аминь. Дорогие братья и сестры, большое вам спасибо за совместную молитву и за ту молитву, которая продолжается в нашей общине 24 часа мире примирения. Просим также, встречаемся завтра, 3 часа дня, Винчик и Святой Розарий, вечером в 6 часов Святая Месса. Попросим, чтобы Господь поблагословил нас сейчас пресвятыми дарами. Эту тайну пресвятую славим в поклонении, древнее установление новым упраздняется, наша вера восполняет чувством недоступное. И родитель, и рожденный вышних возвеличатся, им держава, честь и слава, им благословение, исходящее от обоих, с ними да прославится. Аминь. Ты послал им хлеб небесный, все радости в себе содержащий, помолимся. Господи Боже, веруем и исповедуем, что Иисус Христос, рожденный Девой Марией и страдавший на кресте, присутствует в святых дарах. Позволь нам черпать из этого божественного источника благодать вечного спасения через Христа Господа нашего. Аминь. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum,
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 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 Laudate omnes gentes, laudate Dominum.